Пятую симфонию Бетховена, пятую симфонию Брамса мы при всем желании никогда не услышим, потому что он написал их ровно 4. Мог бы написать и больше, был человек трудолюбивый, но к симфонии он относился почти со священным трепетом и очень долго не решался выпустить в свет свою первую. Решился в 43 года только. К этому возрасту Моцарт уже успел написать 50 симфоний и 8 лет как ушел из жизни. Бетховен написал все симфонии, кроме 9-й. Но, понятно, главное не количество, а качество. И когда появилась первая симфония Брамса, весь мир понял, что родился наследник Бетховена. Ее стали так и называть – 10-я симфония Бетховена, у Бетховена 9. Ну, если продолжить этот подсчет, то сейчас вы услышите чертову дюжину – 13-ю симфонию Бетховена, она же 4-я симфония Брамса. И странным образом мир этой симфонии совпадает со значением числа 13. Это самая трагическая симфония Брамса. Более того, хотя он совсем не был революционером, новатором, здесь он совершает революцию тем, что заканчивает симфонию крахом и минором. До него можно было написать что-то трагичное, что-то страшное, поделиться своими страданиями внутри симфонии, но закончить ее вы обязаны были в мажоре, чтобы отпустить публику домой в хорошем расположении духа. Брамс эту традицию смело рушит. Дирижер Феликс Вайнгартнер, кстати, к слову об разрушении, о том, как Брамс рушит традиции, дирижер Феликс Вайнгартнер сказал, что четвертая часть, та, которую вы сейчас услышите, это оргия разрушения. И самое страшное, что речь здесь точно идет не о разрушении здания или города. Речь идет о разрушении, которое происходит внутри человека. Брамса вообще во вторую очередь интересовали события внешнего мира, будь то разрушение или созидание. Он всегда жил внутренней жизнью прежде всего. А во внешней жизни, в общении, был человеком очень замкнутым. И как это часто бывает, его замкнутость компенсировалась предельной откровенностью в музыке. Так что сейчас вы сможете узнать Брамса гораздо ближе, чем если бы вы встретились с ним вживую, благодаря финалу 4-й симфонии.